Ну все, ребят, полезли за район. Вон в тот улик его сейчас пересадим. Подготовил я все. Время 20:00. Полезли доставать его из подпола. Погреба, вернее, деревенского. Потихонечку. Света у меня здесь нету. Так. Вот они, ребята. Сидят тихо, вот слушайте. О, чуть ударил, зашевелились. Вот так, ну. Вот так вот. Вот такая ловушечка. Вон там ребята, вон они, сверху выкучились. Сидят. Сейчас открою, вылезу. Покажу. О, на свет будет. Видно хорошо на солнышко. Вон, видите, раёк. Вон сверху раёк. Небольшой, но килограммчик. Около 2 такой. Но сам факт. Сейчас мы будем его вытряхать. Сейчас я камеру закреплю. Неудобно будет. Камеру закреплю. Вот так вот. Так, ну, литочки открываем. Литочки открываем. Засаживаю я рой, пересаживаю первый раз. Поймал я его первый раз. Это не в ловушку рой, это рой привился. Закрепим сразу литочек. Вот так. Так, литочки открыли. Ну и теперь открываем ловушечку. Открываем ловушечку. Опа! И потихонечку их вытряхиваем сюда. Сначала около литочка немножко. Немножко около литочка. Вот. Посмотрим, пойдут домой. Смотрим маточку заодно. Пошли вроде домой. Вот пошли. Видите, ребят, пошли домой. Вот они. Потопали потихоньку. Потопали. Камера соскочила. Камеру поправлю. Вот они, видите, потихоньку пошли домой все. О, банда. Потихоньку стряхиваем. Можно маточку посмотреть здесь. Нет. Тихонечко рой пошел на новый дом к себе. Взгляду. А, запах из него прям медом. Они же вылетают, у них полные зубики меда. Прям медовый прям. Я снимал с елки еще рой. Там такой запах на макушке. 8 метров, наверное, позвонили мне соседи. Рой, говорит, привился. Приходи. Я пошел. Потихоньку. Достал его. И сейчас пересаживаем. С
Божьей помощью. И высаживаем. Такой, ничего, нормальненький. Идут ребята, идут. Идут ребята, идут. Идут, бегут. Бегут, идут. Отлично. Ну, какая кучка-то? Неплохая. Неплохая кучка. Главное, маточка. Маточка. Идут ребята. Матный я здесь в этой толпе, конечно, не вижу. Начали уже сотики не делать. Сотики делать начали. Идите, идите. Идите. Идите в новый дом. Крылышко схожу. Стряхну. Давай, давай. Маточка на потолочке залипла. Стряхнем. Аккуратненько крылышком. Бег, 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 бег. Ну, вот так вот. Вот так вот. Ну, наверное, пустая. Все. Надо две. Пчелок отсюда убираем еще. Убираем. Даем хороший. Теперь они пускай. Ребят, такая движуха. Отлично. Глаз радуется. Глаз радуется. Заползают потихоньку. Потихоньку заползаются. Идут.
Идут ребята. Удача. Ну, а получилось так. Там у меня соседи живут. Только я с пчелами поработал. Поставил магазин второй. Принос есть, вроде нектар небольшой. Вот, и сразу мне позвонили. Я быстрее улей готовить. Улей зарядил я. 5 ващин поставил. С краю 2 медовые рамки. Ну, они, пчелы, выходят, когда роятся с зобиками, с полными. Сейчас вот такая картина. Вот такие дела. Отлично. Душа поет. Хороший роек, 2-3 килограмма. Хороший медовик вышел. Маточку мы потом посмотрим здесь. Сейчас не разберемся. Толпа большая. Вот они туда идут все. Идут, идут, сидят, выходят. И верхняя точка уже заходит. Новое гнездышко. Вот, ребята, и маточки. 1, 2. Двое с одной маткой не выходит. Удалось разглядеть мне. Все, ребята, рой зашел. Последние остатки. Находится. Улей гудит. Улей гудит. Все зашли. Все. Всем на связи. Пчеловодам удачи. Кто ловит рои, тоже удачи. Вечер. Соловей поет. Улики прибавляются у меня на пасеке. Еще у меня стоит 10 ловушек. Везде расставлены. Дня через 3 поеду смотреть. Ну и сниму обязательно, выложу. Если поймаю рой в ловушке, обязательно сниму, все покажу. Все, всем до встречи, всем удачи.